Всем привет! Привет, меня зовут Аня. Сегодня мы будем делать пончики. Ура! И сегодня мы будем делать вот такие вот пончики. Эти пончики не нужно готовить, их нужно положить в формочку, прижать, разукрасить, и сразу можно кушать. Представляешь, Даник? Открываем! И что же там внутри? Ух ты, сколько всего, а! А здесь у нас 4 вида мастики. Здесь есть специальная формочка для пончиков. Вот она какая. Также тут есть разные инструменты. Там есть еще что-то. Что это? Ну-ка. Ой. А тут для чего-то положили кукурузный крахмал, кисточку и скалку. А здесь у нас инструкция, как делать такие пончики. Ну что, Даник, будем начинать? Да. Для начала нам нужно открыть мастику. Пахнет вкусно? Очень. Можно понюхать? Да. Ну-ка. Лимоном пахнет. Я тоже хочу. И на вкус лимон. А это пахнет. А не чем знаю, это пахнет? Не знаю. Сейчас узнаем. Да? А это ягодная, клубничная какая-то. Какая-то. Какой-то малиновый вкус даже, мне кажется. В инструкции написано, что белую мастику нужно размешать с темно-коричневой, чтобы получился цвет теста. Вот тебе, держи 2 кусочка, и их нужно размешать. Ой, держи его крепко. И мы перемешиваем 2 цвета мастики, чтобы у нас получился коричневый цвет. Красота. Даник, какого цвета украшения ты хочешь наверху? Что? Желтое, красное или шоколадное? Какое будем делать? Шоколадное. Шоколадное. Вот тебе, держи, Даник. Это с одной стороны, с одной стороны надо положить колбаску, а вторую колбаску с другой. Только старайся делать вот так, чтобы оно до конца доходило. Соединил так, чтобы равномерно. И утрамбуй туда. Все, теперь эту красоту нужно закрыть и сильно-сильно надавить. Давим, 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 сильно-сильно. Вот так. Та-да-да-дам, та-дам, открывай. И что у нас тут получилось? А, какая красота. Теперь осталось по краям лишнее поубирать. Красивый шоколадный пончик получился. Мне прям так и хочется его сейчас съесть. Молодец, у тебя супер получилось. Какая красотенюшка. А теперь надо покрасить. Подожди, я его покажу. Двухцветный пончик с шоколадной глазурью. Красота? Да. Давай посмотрим, что у нас тут есть. А у нас тут есть сердечки и звездочки. Да, конечно. Вот, держи. Красный для сердечек. Даник будет украшать красными сердечками сейчас наш пончик. Одно сердечко готово. Забирай. И приклеивай его к пончику. Еще одно, да?
Вот еще одно сердечко. Красота получается. Красное на черном фоне, на темно-коричневом. Красиво. Вот, Даник, держи тебе тарелочку. Будем твои пончики складывать сюда. Все. Теперь какой ты хочешь? Желтый, красный? Теперь красный глазурь. Одну колбасу положили в одну сторону, а вторую колбасу в другую сторону. Подожди, подожди, надо до конца закрыть, а то не хватает сейчас. Не будет такой красивый. Да, будет красивый. И закрываем. Давай, 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 давай. Ну и что там у нас получилось? Та-дам! Лишнее снова надо убрать. Опа! Пончик с красной глазурью. И вот такая красота получилась на этот раз. Пончик с красной глазурью. Круть! Что ты сделал? Привет! Не ешьте меня! А теперь желтые украшения. Теперь цветочки будем с тобой делать? Да. И последний цветочек. Красота. Может еще? Да. Хватит? Теперь будем делать желтый глазурь. Отлично. Вот, держи тебе. Тесто. Тесто, тесто. Вот это желтое тесто реально вкусно пахнет. Ну, вот эта желтая мастика реально вкусно пахнет лимончиком. Держи. И закрываем. Сильно, сильно, да. Да-да-да-дам, да-дам. Третий пончик. Какая красота! И последний. И последний. И что у нас там получилось? Идеальный бублик. Даник, мы будем вот этой штукой пользоваться, когда будем пончики делать, реально. У нас будут самые красивые пончики в мире. Держи. И третий пончик мы решили обсыпать вот такими вот шариками. Держи. Только, наверное, их надо будет пальчиком еще придавить, да, чтобы они хорошо держались. Ой, они все разбежались. А если мы вот так сделаем, смотри. Оп, оп, ну-ка. Перевернули пончик, да, и на него мы сейчас пособираем все эти обсыпашки кругленькие, кругляшки. Смотрите, какая красота получилась. Вкусно? Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Пока!